Всем привет! Меня зовут Елена Галант и добро пожаловать на мой канал! Сегодня у меня видео в моем любимом формате «Одна вещь, 10 аутфитов». Я оставляю ссылки на прошлые подобные видео в инфобоксе. Это было маленькое черное платье и белая рубашка. Сегодня мы с вами говорим о тельняшке. Но не простая морская настоящая тельняшка, а, конечно же, стилизованный вариант. То есть, на самом деле, это просто полосатый топ с длинными рукавами. Конечно же, вот в таком исполнении, когда топ не бело-синий, а черно-белый, его намного легче стилизовать и намного легче интегрировать в другие аутфиты. Например, миксование принтов будет даваться нам очень и очень легко. Поэтому я и выбрала вариант черно-белой тельняшки, то есть просто черно-белого полосатого топа. Кстати, я использую свою старую тельняшку, которую я ношу уже много-много лет, а в инфобоксе я для вас подберу 10 лучших полосатых топов, которые будут точно похожи на мой топ и с помощью которых вы сможете создать подобные аутфиты, которые я буду показывать в этом видео. Итак, я вам покажу 10 аутфитов. В этом видео будет как летние аутфиты для курорта, для жаркой погоды, так и более осенние аутфиты, которые пригодятся на первые дни сентября, возможно, даже октября, все зависит от того, какая у вас осень. И стилистически разные образы. Это будут образы как для выходного дня, для прогулки в парк и для офиса. Конечно же, если у вас легкий, ненавязчивый, не строгий дресс-код офисный. И кроме самих аутфитов, я параллельно буду вам еще давать маленькие стилистические подсказки и обращать ваше внимание на детали, которые очень важны, которые смогут освежить ваш ежедневный стиль, если вы любите носить тельняшку. Итак, мой аутфит номер один. Конечно же, я начну с самого летнего аутфита, потому что сейчас мы снимаем это видео жарким июльским днем. Поэтому я выбираю в качестве первого аутфита полностью белый образ, то есть total white outfit. Тельняшка здорово смотрится с полностью белым аутфитом. Тут главное подобрать оттенок белого. Не обязательно, чтобы он точь-в-точь попадал в белый фон тельняшки. Возможно, самое главное – это просто попасть в температуру белого. То есть выбираем или теплый белый или холодный белый. И тут еще один очень маленький момент. Обращаем внимание на детали. Итак, мой совет номер один. Попробуйте вот полоску, которая на тельняшке, перенести на аксессуары, на детали. Например, взять сережки, которые визуально будут повторять полоски нашей тельняшки. Или взять поясок тонкий, который примерно будет созвучен по ширине с полосками на нашей тельняшке. Или взять броги, оксфорды, туфли, у которых будет контрастная подошва. И тем самым мы опять же сымитируем эту полоску. То есть мы делаем все для того, чтобы наша полоска на тельняшке, так сказать, расползлась мягко по всему нашему аутфиту. Итак, смотрим мой образ номер один, total white, то есть полностью белый аутфит, и обращаем внимание на детали, которые я только что озвучила. Обратить ваше внимание на сумку Loafly Randall, которую я буду использовать почти во всех своих аутфитах. Это белая сумка с черным кантиком. Вот такая обычная белая сумка станет идеальным компаньоном нашей тельняшки, потому что своим внешним видом она, так сказать, повторяет черно-белую натуру тельняшки нашей. Я оставляю в инфобоксе несколько сумок, которые будут идеально подходить к тельняшкам и которые повторяют и немного похожи на мою Loafly Randall. И мой аутфит номер два. Миксуем полоска плюс полоска. Тут что важно отметить? Конечно же, подбираем одинаковый оттенок белого. То есть это будут или холодные оттенки белого, или теплые оттенки белого. И второй совет. Обратите внимание, как здорово смотрятся серебряные детали. Серебристые аксессуары, туфли, сумки – это тренд не только весенне-летнего сезона, но и осенне-зимнего, то есть следующего осенне-зимнего сезона. Поэтому обращайте внимание, возможно, уже пора купить себе или серебристую сумку, или серебристые туфли. Это более чем нейтральный цвет, который здорово будет вписываться в любой аутфит, и это намного более интересно и не так банально, как черная сумка и черные туфли. В общем, смотрим мой аутфит номер два. Oh, 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 oh
Итак, следующий аутфит номер 3. Тут я вам покажу дикое миксование принтов. В аутфите будет миксоваться целых 3 принта. Это тельняшка плюс юбка-карандаш в цветочный принт. Хотя на самом деле это черно-белый принт, и он очень созвучен тельняшке, потому что имеет точно такую же графическую душу. И я добавлю поясок. Почему он здесь вообще появился? На самом деле юбка большая, поэтому она на мне висит. И для того, чтобы поднять ее высоко и посадить ровно там, где она должна быть, я использую обычный шарфик, тонкий скини-скарф в качестве ремешка, чтобы юбка сидела на месте. В общем, смотрим мой аутфит номер 3. Номер 4. Мы просто добавляем яркий предмет одежды. В моем случае это будут горчичные брюки. Как вы знаете из моего прошлого видео, я очень люблю горчичный цвет. Маленький совет. Если в тельняшке преобладает белый цвет, то выбирайте или пастельные цвета для того, чтобы дополнить вашу тельняшку, или яркие насыщенные летние цвета. Это те цвета, которые рисуют дети, когда рисуют радугу. Если в вашей тельняшке преобладают черные цвета, тогда, возможно, будет хорошо с ними смотреться осенние цвета, например, бордовые, болотные, то есть те цвета, в которых налили чуть больше черной краски, чем должно быть. Следующий мой образ, опять же, миксуем принты. В данном случае я надела тельняшку с клетчатыми укороченными брюками. И заметьте, более плотные, более тяжелые принты мы используем на нижней части, и более легкие воздушные, то есть те, в котором больше белого фона, мы используем наверх. Идем дальше. Не забываем, что под тельняшку, особенно если она плотная, можно надеть рубаху. Особенно интересно будет смотреться вариант, если у рубахи какой-то яркий, привлекающий внимание воротничок, как в моем случае. Я надела под тельняшку свою старую рубашку, у которой потрясающий, изумительный воротничок, вы все увидите. И бежевые брюки. Вообще с тельняшкой черно-белой очень классно смотрятся песочные цвета. Это все нейтральные базовые цвета. Как тельняшка считается базой гардероба, точно так же и песочные брюки являются базой гардероба. Я добавила образ с серебристыми лоуферами, точнее нет, это не лоуферы, это броги, и своей любимой черно-белой сумкой. Смотрим мой вариант для летнего офиса. А теперь перемещаемся в южные жаркие страны. Я показываю курортный, так сказать, образ. Миксую, опять же, принты. Тельняшку надела с трендовой юбкой в клетку. И тут уж я позволила себе смелости, добавила к миксу принтов еще яркий цветовой акцент в виде мюлей, атласных мюлей бренда N21. Культовые мюли и прошлое лето, и это лето. И, конечно же, соломенная сумка. Это идеальный образ для того, чтобы гулять по южным берегам, по южным странам. Возможно, если вас ждет еще отпуск в августе, то этот образ будет вам интересен. Смотрим.
А мы с вами перемещаемся в глубокую осень. Ну, для кого-то, может быть, это не глубокая осень, для меня это холодная осень. И я показываю, как носить тельняшка плюс парка, тонкая парка. Обратите внимание, опять же, на детали. Если у вас верхняя одежда не слишком толстая, не слишком объемная, то вы можете подкатать рукава повыше, для того, чтобы сама тельняшка оставалась видна весь объем предплечья. Таким образом, у нас получается интересная графика и необычный силуэт. Так что попробуйте обязательно в следующий раз, когда будете надевать тонкую парку, подкатать повыше рукава для того, чтобы то, что вы надели внизу, было видно на весь объем предплечья. Мы с вами опять миксуем принты. В данном случае я использовала брюки, клетку. Я показывала похожий аутфит чуть раньше, но я добавила тонкий шарфик, похожий на принт брюк. Вместо шарфика вы можете взять, допустим, жакет, если у вас есть готовый костюм. Не бойтесь миксовать принты, это здорово освежает ваш ежедневный образ и может сделать даже самый обычный образ каким-то волшебным и необычным. В общем, смотрим мой предпоследний аутфит. Последний, десятый аутфит посвящен офисным работникам. Я специально взяла самый обычный черный костюм, черный жакет и черные брюки и немного его стилизовала. Надела под низ нашу героиню, то есть тельняшку, опять же подкатала повыше рукава блейзера для того, чтобы все предплечье была видна наша тельняшка и трендовый нюанс повязала сверху. Тонкий кожаный ремень. Ремень примерно такой же ширины, как и наши полоски, то есть все получается как будто немного перекликается, и обувь. Точно так же контрастная, полосатая, можно сказать, потому что подошва и сама основа обуви отличаются в черном-белом варианте. И мне кажется, что вот такой вот стиль, когда вроде бы все правила соблюдены, на вас черный костюм, черный жакет, черные брюки, но при этом есть такие маленькие нюансы, которые делают ваш стиль особенным. Своих 10 аутфитов с одной тельняшкой. Напоминаю, что я оставляю в инфобоксе 10 тельняшек, которые я подобрала для вас, которые я считаю, что достойны вашего внимания в различных ценовых категориях. И еще раз напоминаю, что вся одежда, которая появляется в моих образах, вся одежда, которую я использовала для создания этих 10 аутфитов, все ссылки на нее есть в инфобоксе. То есть, если вам, допустим, понравилась сумка или обувь, или платочек, все это можно найти в инфобоксе. Поэтому обязательно в каждом моем видео смотрите, что я приготовила в описании. Все, а я буду прощаться с вами. Очень надеюсь, что это видео вас вдохновило на свои личные стилистические подвиги, что это видео вдохновило вас открыть свой шкаф и заново посмотреть на те вещи, которые там лежат. А я вам напоминаю, что не забывайте подписываться на мой канал и ставить лайки этому видео, если оно вам понравилось. Всем хорошего дня и солнечного настроения. Пока!